Коктейль «Самарета» – пряный напиток с ярким миндальным вкусом, приправленный кисло-сладкой ноткой апельсинового сока. Его подают представительницам прекрасной половины человечества на вечеринках. Если у вас есть в наличии ликер «Амарета», обязательно приготовьте такой ароматный коктейль и угостите своих домашних на ужин, собравшись в семейном кругу. Минимум ингредиентов напитка обеспечивает чистый, яркий вкус и незабываемое наслаждение. Помните, что этот коктейль подается теплым, а не охлажденным, чтобы миндальный аромат чувствовался еще до дегустации. Используйте сочные, а не мясистые апельсины или приобретите апельсиновый сок отдельно. Ликер «Амарета» 100 мл. Апельсин – 1 штука, крупный. Лимон – 2 ломтика. Количество порций – 1. Подготовьте указанные ингредиенты. Апельсин промойте в воде, разрежьте на две половинки и удалите косточки. Срежьте с одной половинки плода несколько ломтиков для украшения, затем обе части апельсина спрессуйте на специальном цитрусовом прессе, получая сок. Перелейте свежевыжатый апельсиновый сок в ковш или кастрюлю, сотейник, выжмите сок из ломтиков лимонов. Влейте ликер и поместите емкость на плиту, включая минимальный нагрев. Прогрейте содержимое емкости до появления пены, но не до кипения. Кипеть жидкость не должна, так как из нее выпарится весь алкоголь. Снимите ковш с плиты, выключая нагрев и слегка остудите до 35 градусов. Перелейте в стаканы или бокалы, украсьте срезанными ломтиками апельсина и подайте к столу, приглашая домашних на дегустацию.